Оценки судей. 6-7, 6-8, 6-9, 9, 6-7, 6-8. Общий балл 20,3 балла. На втором татаме оценки судей 6-9, 6-8, 6-9, 6-8, 6-8. Общий балл 20,5. На первое татаме. Готовится сапожник Андрей Голубов-Молодков. На второй татаме приглашается Сабутинова Мария Голубов-Тельцинка. Готовится Кулова Мария Голубов-Тельцинка. На второй татаме приглашается Кулова Мария Голубов-Тельцинка. Готовится Качанов Алексей Голубов-Тельцинка. На втором татаме оценки судей 6-7, 6-6, 6-8, 6-6, 6-6. Общий балл составил 19,9. Оценки судей 6-8, 6-9, 6-9, 6-7, 6-9. Общий балл составил 20,6 балла. Второй татаме приглашается Кулова Мирина Голубов-Тельцинка. Готовится Марина Данилина для Кулкрова. На первое татаме приглашается Кулкрова Мирина Голубов-Тельцинка. Готовится Татарин Сухилья Голубов-Тельцинка. На втором этапе оценки судей 6-9, 6-9, 6-8, 6-8, 6-8. Общий балл составил 20,5. Оценки судей 6-9, 6-7, 6-8, 6-8, 6-8. Общий балл составил 20,4. На первое татаме приглашается Татарин Сухилья Голубов-Тельцинка. Готовится Тютин Кирилл Голубов-Тельцинка. На второе татаме приглашается Марина Данилина Голубов-Тельцинка. Готовится Светлана Борисовна Голубова. После матча 14-15 лет на первом татаме Thank you.
Оценка судей 6,8, 6,7, 6,9, 6,6, 6,6. Общий балл составил 20,5. Оценка судей на первом этапе 6,6, 6,4, 6,6, 6,7, 6,6. Общий балл составил 19,8 балла. На первое этапе приглашается Дзюдзин Кидо Клуб Тенпо Про. Приготовился Тата Мука. 13-13 лет. Кустина Тони, Рогова Веронника, Никитин Евгений, Клуб Сакари. На второй этапе приглашается Сифу Лайма и Сейфу Паладуду. Готовится Качатов и Снежанин, Клуб Сакари. Кат! Нанто на ней! Есть! Оценки судей 6,5, 6,6, 6,9, 6,8. Общий балл составил 19,9 балла. На втором этапе оценки судей 6,8, 6,9, 6,7, 6,6. Общий балл составил 20,5. Во втором проходит мальчик, возраст 14-15 лет, Ильичок Георгий, клуб ДСНК, Качанов Алексей, клуб Сакари, Андрюшин Денис, клуб Паладуду, Тюзин Кирилл, клуб Тенпо Про, Захария Захария, клуб Сакари. На проведение второго круга соревнований приглашается девочек 14-15 лет. Всего в категории 4 человека. Первый приглашается Кулак Ильичок. Общий балл 20,7 балла. На первое канале приглашается Алина Магомед, клуб Сейфай. Готовится Никитин Евгений, клуб Сакари. На втором канале оценка судей 6,9, 6,8, 6,8, 6,7. Общий балл составил 20,4.6,7, 6,8, 6,6.
Общий балл 13,3 балла. На первое катание приглашаются Никитин Евгений Александрович, который создавал новый стрельбай. Шесть, 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 семь.
Thank you.
7-0, 7-0, 7-0, 7-0.